Строительство детского сада на Орликовой началось 2 года назад. Закончить его должны были еще в том году, но скалистая местность, подорожание материалов и грунтовые воды значительно замедлили ход работ. На данный момент образовательное учреждение готово на 87%. Дело осталось за малым – построить игровую площадку и заасфальтировать тротуары. Никаких проблем по объекту мы не видим, все идет в графике. Сейчас осталось только доделать этот объект и ввести его в строй, чтобы 1 числа наши 80 юных мурманчан вошли в замечательный этот сад. Потому что я еще видел здесь в свое время пустырь еще 3 года назад. Если в детском саду на Орликовой только закончили внутренние работы, то детсад на Достоевского готов открыть свои двери. В группах уже есть все – мебель, игровые модули, музыкальные инструменты, кухонное оборудование. Образовательное учреждение станет образцом среди всех садов Мурманской области. Наверное, наш уникальный объект. Садик, который рассчитан на 196 детишек, оборудован на сегодняшний день самым современным оборудованием. Это и интерактивные системы для развития детей, в том числе для детишек самого маленького возраста. Все работы, как вы видите, на объекте завершены. Посмотреть своими глазами на новый детский садик мурманчане смогут в мае. На дне открытых дверей для родителей и детей проведут ознакомительные занятия. Александра Пескова, Павел Третьяков, Максим Чинкин, ТВ 21+.